В Уголовно-процессуальный кодекс внесли поправки, которые гарантируют тайну адвоката и его подзащитного. Главное новшество – теперь обыск в адвокатском офисе может проводиться только если дело заведено на самого защитника. Инициатором поправок стал президент России после того, как Конституционный суд вынес громкое постановление по жалобе Новосибирской городской коллегии адвокатов в связи с обыском в ее офисе. О том, почему эти изменения так необходимы, говорим сегодня с адвокатом Александром Боляном. Александр, здравствуйте. Для большинства людей, я думаю, эти поправки кажутся незначительными. Почему вот профессиональное сообщество называет их революционными? Есть много причин, по которым можно считать, что они являются очень значимыми. Революция там, на мой взгляд, произошла, ну, как минимум одна. Теперь при обыске в адвокатском образовании или у адвоката предусмотрено обязательное присутствие и участие представителя Совета адвокатской палаты, то есть независимого наблюдателя, который будет определять, что можно смотреть и изымать следователю и оперативным работникам, а чего нельзя. Это радикальная разница, потому что разрешение суда что-то изъять приводит к поиску, а поиск предусматривает просмотр всего. Вот, чтобы это исключить, появился независимый наблюдатель. Это передовая норма, она существует не во всех даже европейских странах, и мы в этом смысле впереди больше, чем половины планеты стали. А вот та практика, которая существовала до этого, она как бы к чему приводила, да, какую угрозу создавала? Ну, дело в том, что, получив судебное разрешение, следователь приходил и производил поиск. Целью поиска не всегда было именно преследование виновного по уголовному делу. Зачастую необходимо было просто запустить руки в адвокатское производство и посмотреть конфиденциальную информацию адвоката по другим его клиентам. Это касается всех граждан России. То, что случилось, это просто революция. Каким образом это отразится на защищенности вот, россиян? Ну, все граждане нашей страны – потенциальные клиенты адвоката. По гражданскому, бракоразводному, трудовому спору, по любому другому, по коммерческим спорам. Если у них есть какие-нибудь споры с недоброжелателями, и недоброжелатель достаточно силен, мы все знаем, что могут возникнуть так называемые заказные дела. И в этом случае может так выйти, что некоторые недобросовестные сотрудники правоохранительных органов могут появиться у его адвоката и подсмотреть его тайну. То есть это защита для всех граждан страны. Речь не идет о привилегиях или каких-то преимуществах для адвокатов. Речь идет о привилегиях всех граждан нашей страны. Президент и Государственная Дума дали нам в руки инструменты, и теперь уже наша задача этим инструментом строить у нас правовое государство. Мы будем этим заниматься. А вам самому приходилось сталкиваться с обысками у вас в офисе или дома? И каким образом это отражалось на процессе текущем? Мне приходилось сталкиваться с обыском не только как профессионалу на стороне защиты, но и лично меня обыскивали по рабочим местам, обыскивали автомобиль там и так далее. Это, конечно, крайне неприятная процедура с учетом того, что ты становишься источником информации о своих клиентах, о тех, кого ты должен защищать. Это унизительно. Любой следователь, оперативный работник в любой стране объективно заинтересован в получении максимума информации. Очень удобно взять информацию там, где она обязательно будет. По Конституции России, как и большинства развитых стран, у каждого есть право на квалифицированную юридическую помощь, и оказывать ее должен адвокат. Это конституционная функция. И значит, у адвоката обязательно находится конфиденциальная информация, интересующая сотрудника правоохранительных органов. В этом смысле они заинтересованы, они знают, где она есть. Если не поставить барьер, они вынуждены туда придут, даже если не очень сами хотят нарушать закон. И появление законного порядка, статья 450.1, которую президент предложил, она без изменений принята, должно привести к тому, что ограничение такие, путь такой законный появится. Это выгодно, по большому счету, и добросовестному следователю, и оперативному работнику, и адвокату, ну и в первую очередь, конечно, гражданам нашей страны. Понятно. Насколько я понимаю, поправки также упрощают доступ адвоката в СИЗО. Как часто вообще этому препятствуют? Речь идет о более радикальном изменении. Речь идет не только о СИЗО, речь идет вообще о доступе адвоката в дело. Известны десятки случаев в столичном регионе и сотни случаев по стране, когда адвокатов просто следователь просто не допускал к участию в деле. И у меня есть в моей практике, собственно, подзащитный, которому с августа прошлого года и до вот апреля текущего мы так и не получили доступа, потому что следователь говорил, что ваш подзащитный находится в розыске в международном, и я не уверен, что именно он поручил войти в дело. Теперь все проще. Адвокат не допускается в деле, как было раньше написано, а президент изменил только одно слово – вступает в дело.
по предъявлению ордера и удостоверения. Ордер я выписываю сам, удостоверение предъявляю сам, и это не дело следователя вмешиваться в отношения наши с подзащитным. Поэтому это, конечно, очень серьезно. Это устраняет недоразумение, которое давало полномочия по организации защиты обвинителю. То есть, так это было очень странно. Президент просто это устранил. Спасибо. Поправки, защищающие российских адвокатов, их клиентов и вообще граждан России, мы обсуждали сегодня с адвокатом Александром Баляном.